Всем привет, народ, и мы с вами продолжаем играть в Фифоньку. Я вернулся, ребят, спросите, где Евген был, а Евген был на Video People с ютуберами тусил, и хорошая шутка, Тёрн. Хорошо, дверь закрывай. Эй, ты как, эй, спокойно, гайс, заходи. У тебя есть телефон, что ты так смс-ки тут пишут? Ты знаешь. Короче, ему, походу, дали какой-то важный контакт, мне нет, так садись, только садись. Что-то важное сейчас скажешь-то. Хантер! Слушай, мы тебя очень высоко ценим. Спасибо. Если у меня все получается, я вливаюсь в команду. А мы думаем, что тебе пора отправить в аренду. Что? Это что за... То есть меня сейчас, по сути, хотят продать как разновидность дорогой проститутки. Ладно, это ошибка. Не-не-не, вы слышите ошибку, мистер Бан. Эй, тебе платят не за критику решения тренера, паренек. Слушай, хорошо играешь, но мы купили дорогущего игрока, и ты все же будешь попадать в состав. У меня есть предложение от клуба чемпионшипа. Там ты будешь играть. Прекрасно, нужно набраться опыта. То есть меня, по сути, хотят вот продать, видите, арендное соглашение какому-то Астон Вилле, блин. Лол, кто это вообще такие? Ньюкасл Юнайтед? Ну ладно, хорошо, я знаю такой город Ньюкасл. Норвич Сити, блин, Псидина, это просто канарейка какая-то на мече для Квиддича из Гарри Поттера. Не, мне что-то смешно от вот этого, я, наверное, сюда пойду. Смотри, мы все думаем, что у тебя есть потенциал, но тебе нужно играть каждую неделю. Смотри, ты сможешь стать сформировавшимся игроком. Клуб организует переезд и развлечения. Мистер Агастино будет ждать тебя на следующей неделе на тренировке. Вы что-то меня, видите, выгнали из клуба. Видимо, я слишком плох. Я говно. Алекс. Давай, сделай себе, парень. Ну, то есть, знаете, меня так намекнули. То есть, нам нужен кто-то покрупнее тебя. Ты немножечко, ну, мелковат. Мы хотим... Черт возьми, разъебал свой 7-й айфон. Ладно, купят Meizu себе. Meizu X3 или какой там последний Meizu есть. В общем, ездил на ютуберскую тусу, ребята. Материал с нее будет, ну, наверное, вот сегодня уже. И перед сном я сейчас немножко устал, поэтому я буду щуриться. Я сегодня буду бурятом. И я буду щуриться, я только вот приехал и подумал, блин, чувакам надо что-то с утра, надо фифу немножечко. И я подумал, блин, что-то тоже... гонять хочется в фифу, скучал по ней. Ну, в дороге у меня был, конечно, ноутбук, все такое, но времени не было, то есть я там переехал и приехал поздно, там что-то с родителями побазарил, потом спать лег, потом следующий день как бы там видео people, там встречи, все такое, общение с людьми. И телефончик-то работает. Эй, привет, как дела? Там написано, он что-то долгое сообщение писал, но, видимо, боится отправлять. Подумал, что-то проголодался. Спасибо. О, бейкл там с какой-то... И старый чемодан все еще держится? Мы с ними переезжали сюда. Сколько мне было? Три? Нет, четыре. Пытается отвлечься. Нет, парень. Отец так и не сделал для меня Salt Lake. Да. Мы всегда получаем в жизни то, что хотим, так? Let me go, Granddad. Да, не отпускай тебя в аренду. Дэвид Бекхэм был в аренде в Престоне. Там из него игрока сделали. Давай. Налегай. То есть дед меня, не знаю. Я не понимаю, дед то ли пытается сказать, что я плохой игрок, что скорее всего так и есть, то ли пытается подбодрить. Мне кажется, первое. Спасибо за игру в пробную версию режима истории. Для продолжения игры в премьер-лиге совершите покупку прямо сейчас и уничтожайте собственную историю в полной версии FIFA 17. Можете использовать оставшееся время экстренно. Ладно. То есть, игра мне сейчас, по сути, сказала... Чувак, хочешь играть дальше? Покупай полную версию игры. И играй уже 29-го, когда там игра выходит. Или 27-го, сорян, не помню, когда она выходит. 27-го, точно. 27-го. Печально. Грустно. То есть, мы, естественно, не можем пройти сюжетку полностью за 250 рублей. То есть, не получится здесь, так сказать, многоходовочка. Здесь все равно нужно вот только-столько определенное этакое количество часов отыграть. Ладно, ребят, сорян, что серия короткая, но, видите, как бы
Я не виноват, это игра, она не дает дальше играть. Она вот что пишет, можете перечитать это сообщение. В общем-то, ребята, игра выйдет 27-го, мы с вами продолжим гамать в нее, может там, 28-го, посмотрим. И всем спасибо за просмотр, сегодня ждет много интересного у нас, от DLC к Deus Ex и так далее, и там все другие игрульки. Все постепенно будет, и я, кстати, вот думаю насчет Игромира, я еще позвоню в их пресс-службу, просто меня пока не знаю, мне что-то никакого ответа пока не дали, и посмотрим, если мне так и не дадут аккредитацию прессы, я лучше никуда не поеду, буду с вами, будем работать, потому что работа не початый край, а всякие эти поездки отнимают, ну, очень много времени, а как бы польза от них будет с гульки нос, потому что, я не знаю, и мне как-то не особо интересно, да и не показывают на этих Игромирах ничего крутого особенно, а мне лично как бы тоже не особо, потому что крутого нет, ребят, и вам не очень, мне не очень, в итоге нафига ездил, ну, засветиться там на Игромире, на этом саном. Ладно, ребят, все, до следующей серии, всем пока, мы скоро увидимся.